Так, сейчас буду звонить кандидату по резюме с Авито. Набрала уже номер, идет вызов. Алло, здравствуйте. Я Людмила Булдакова, я обещала перезвонить вам. Это по резюме на Авито, да? Правильно поняла? Как я вам, к вам могу обращаться? Оксана, хорошо. А вообще вы какую работу-то ищете? То есть вы рассматриваете варианты, да? Вообще, знаете, у нас есть предложение по развитию интернет-магазина. Официальный доход, официальная легальная компания. Интересно было бы узнать, чем мы занимаемся и что, как это может вообще. А вообще вы основную работу ищете или подработку? Замечательно. А живете где на данный момент? Регион? Нет, я имею в виду регион, край Волгоград. А я живу в Алтайском крае. То есть мы работаем удаленно по всей стране. Вообще у нас интернет-магазин, он международный и работает не только по России, но и в странах СНГ. Вообще когда-нибудь какие-нибудь покупки делали через интернет? Может быть, не заказывали никогда что-нибудь? А, дочка, да? То есть понимаете, что вообще люди покупают через интернет и все что угодно, да? Начиная от косметики и одежды, заканчивая бытовой техникой, электроникой. Но это дешевле и удобнее. Сейчас даже можно с доставкой на дом. И сейчас многие люди переходят именно за покупками в интернет. Да, вот. Да. Наша компания не исключение, она развивает сеть магазинов по России и СНГ, и более 60 стран у нас. Продает товары народного потребления, витамины, аксессуары, средства гигиены, то есть товар востребованный всеми группами населения. Список продукции большой, около 1500 наименований. Продукция напрямую от производителя, минуя посредников, магазины и для партнеров дисконт 20%. Наша задача помогать партнерам открывать интернет-магазины, наполнять их покупателями. Вот есть два варианта сотрудничества. Первое – это предлагаем стать партнером компании, открыть свой интернет-магазин, при этом компания берет все на себя – бухгалтерию, логистику, хранение, доставку. То есть вам этим не нужно заниматься, мы просто рекламой занимаемся интернет-магазина. Люди приходят, сами покупают, а вам с их покупок идет процент. И второе направление, если не хотите стать партнером компании, не хотите руководить собственным интернет-магазином, то для вас просто есть такой вариант сотрудничества, как оформиться в компанию VIP-клиентом и начинать покупать для себя со скидкой с дисконтом 20-30%, доходит процент скидки до 52%, то есть он накопительный. Вот. А вообще хотели бы попробовать себя в роли руководителя интернет-магазина? Это бизнес, это не работа по найму, то есть вы можете оформиться, пройти обучение, оно у нас бесплатное. Даже если вы не будете с нами сотрудничать, вы получаете знания по удаленной работе. У нас вебинары проходят 2-3 раза в день, проводят люди практики, кто уже вышел на доход в компании, есть коуч-сайт для партнеров, будет возможность посмотреть, изучить. Вот после вашего оформления новых партнеров мы регистрируем уже в ваш интернет-магазин. То есть мы работаем по такой системе, что под последнего партнера регистрации идут, ну, чтобы у каждого был интерес, то есть у каждого была структура и товарооборот. Вот мы помогаем, то есть раскрутить вам интернет-магазин, наполняем покупателями. И у нас нет такого, что человек пришел и остался один без поддержки. Мы заинтересованы в вашем росте, у нас идет обучение, пошаговое сопровождение, то есть наша задача научить вас зарабатывать. Когда у вас будет большой товарооборот, компания увеличит нам доход также. Вот именно поэтому мы заинтересованы в вашем росте, готовы помогать 24 часа в сутки. Вот о компании. Многие знают, что большинство консультантов продают по каталогам,
Нам, для нас это не актуальное направление. Мы развиваемся онлайн-направлением, развиваем сеть интернет-магазинов по России и СНГ. Компания 49 лет на рынке. Это компания Reflame. Знаете о такой компании? А вообще когда-нибудь что-нибудь покупали, пользовались продукцией? Ну, где покупали? Срок по каталогу или приносили, да? Ну вот, смотрите, в каталоге там одна цена, да, для партнеров на 20% дешевле. Если объемы большие, то еще дополнительные скидки всякие идут. Ну и плюс еще идет с объема продаж всей структуры. Вот. Мы не занимаемся продажами, не зовем вас продавать, показывать каталог кому-то. Да, это по желанию. Можете, конечно, показывать, если вам захочется. Но вообще наша задача создать поток покупателей. Продает сама компания. Нас продавцы особо не интересуют, и клиенты нас особо не, ну как, клиенты нас интересуют, конечно же, потому что это постоянный товарооборот, да. Ну вот смотрите, если клиент приходит, просто регистрируется в компанию, ему без разницы, где покупать. Он сегодня в Oriflame купил, завтра в Avon, послезавтра в Faberlic, там еще где-то, да. То есть он нестабильный этот, как сказать, партнер, да. Продавцы тоже, у них там Новый год, 8 марта, они создали товарооборот хороший, а в другие месяца у них оборот упал. А вот партнеры, они заинтересованы в росте, в доходе, да, и они постоянно будут увеличивать товарооборот. То есть они будут приглашать постоянно новых партнеров. И таким образом товарооборот будет расти. Поэтому наша задача как раз вот найти людей, которые будут направлять людей в интернет-магазин. Именно за это нам хорошо платят. Вот у меня ребенок кричит, работаем дома. На сегодняшний день мы вот лояльные потребители продукции компании, покупаем себе только в своем интернет-магазине. Ну, так как получаем не только скидку 20%, но и процент от группового товарооборота. Но это понятно, да, что если вы открыли свой магазин, вы же не пойдете к конкурентам в бизнес нести деньги, да, вы будете покупать у себя. Это любой магазин открыть. Вот, то есть мы являемся партнерами компании. С этого, с общего товарооборота идет доход по команде, да, то есть все покупают по чуть-чуть для себя то, что нужно, вот. То есть я вам делаю предложение именно стать партнером компании Reflame. Вот, посмотрите, изучите, могу вам дать прям как бы ссылочку, да. У вас интернет, вообще выход в интернет есть, да? Вот, если будет интересно, то зарегистрируйтесь, там ссылочка на регистрацию тоже будет. Не регистрируйтесь на официальном сайте самостоятельно, потому что вы не попадете в нашу команду. Компания зарегистрирует под ближайшего консультанта, он, возможно, онлайн не работает и таким методом, как мы, структуру не строит, да? Если заполняете мою форму для регистрации, которую я вам даю, то вы автоматически попадаете в структуру под последнего новичка в нашей команде, а следующие новички пойдут уже под вас. Вот я вам дам ссылочку на официальный сайт и ссылочку на регистрационную форму. Вы сайт посмотрите, но вы там мало что увидите. Вы увидите, ну, можно посмотреть бизнес-возможности, можно посмотреть каталог, можно так вот походить по сайту. Но основная информация, она в личном кабинете, который у вас будет только после регистрации, когда уже вы под своим номером и паролем заходите. Вот. То есть основной это бизнес, наше создание потребительской сети, как уже было ранее сказано. Ну все, тогда я вам сейчас все отправлю. И разберетесь там, увижу вашу регистрацию, уже телефон этот же укажете, я вам уже тогда созвонюсь с вами. Хорошо, хорошо. Ладно, все. До свидания, до свидания. Ну вот. Часов до 12 Москвы. 4 часа Москвы должна уже пройти, посмотреть сайт и пройти регистрацию. Оксана.